поставить книги на свои места. Тогда будет намного проще их искать. Посмотри внимательно на обложки книг. Они расставлены друг за другом по алфавиту. Какую книгу надо поставить на свободное место, чтобы порядок не был нарушен? Правильно! Выбираем книгу с буквой «Г» и ставим ее на свободное место. Получилось «А», «Б», «В», «Г», «Д». Все понял? Или надо повторить? У тебя все получится. Смелей! И начали! Отлично! А теперь повторяй за мной! А, Б, В, Г, Д. Посмотри на книги справа и слева и попробуй еще раз. Эту книгу надо поставить в другое место. Посмотри на книги справа и слева. И попробуй еще раз. Молодец! Эту книгу надо поставить в другое место. Правильно! А теперь повторяй за мной! Т, Е, Ё, Ж, З, И. И краткое. К, Л, М. Молодец! Правильно! Отлично! Правильно! Отлично! А теперь повторяй за мной. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. И краткое. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш. Ща. Твердый знак. И. Мягкий знак. Э. Ю. Я. Молодец. Теперь ты знаешь все буквы и освоил алфавит. Повторяй его почаще, пока не запомнишь все буквы без подсказки. До встречи в следующий раз.